Алло. Алло, привет. Привет. Как дела? А где моя? Ну, блядь. Женщина, блядь. Японский городовой. Ты посылку получил? Нет. Нет. Поговори с сыном, пожалуйста. По поводу? А он сегодня в первых списках в школе пропагандировал фашизм. Орал «Хай Гитлер», выходил в класс с поднятой рукой. Хуй, все это увидел зауч, нахуй. Шутку? А вот в школе не шутят, нахуй. И я теперь не знаю, что, вот как вот. Мне сказали, пускай папа отец, поговорит с сыном. Отец с фашистами воюет, нахуй. Увидел, а блядь. Ну, я то же самое, и вот мне сейчас учитель сказала, пускай папа поговорит с сыном. Алло. 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 На, отец. Да. Привет. Привет. Ну, рассказывай. Ну, короче, у нас в классе у... Не помню, как зовут, короче, у одноклассника под стригли, у него была прическа похожа, как у Гитлера. И? Ну и вот, после уроков мы с пацанами решили... Нормально, ты слушай, папа плохо слушает тебя. Ну, мы решили с пацанами, типа, ну... Что вы решили с пацанами? Нормально, разговаривай, папа, время идет. Подложи телефон. Что вы с пацанами решили? Ну, короче, он вышел и... Ну... Мы подняли руки и начали кричать. На всю школу. Хай, Гитлер. Телефон к уху подложи. Ну, не на всю школу, орали. Телефон к уху подложи, чтобы папа разговаривал. Нормальное, да, явление, Игорь? То есть отец, блядь, борется с нацизмом, блядь. С этими пидасами ебучими, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили, да? Нет. Ну а как? Получается так? Я не за Гитлера. Что? Я не за Гитлера. А за кого? Раз ты так... Мы прикольнулся решили. Не, ну я не понимаю тогда... У тебя дед, блядь, воевал, нахуй, у меня дед воевал, вот и твой братик, блядь, погиб, нахуй. Я теперь воюю, да, тоже там, ага, а ты там кричишь «Хай Гитлер». Это что, блядь, нормальное явление, что ли? Тебя так воспитывают, что ли? Нет. Где ты это услышал вообще, для начала? От кого ты это услышал, что нужно так кричать? Вообще, первый начал холод. Кто начал? Одноклассник Холов Тимур. Вот сегодня приезжаешь домой, там вот много дисков у тебя есть, мамы. Я же с мамой скажу, она тебе включит фильм. Там есть фильм «Освобождение» про Великую Отечественную войну. Чтобы ты посмотрел, что делали гитлеровцы, блядь, в нашей стране. Ясно. Чтобы ты понимал, о чем речь идет. Не глупо, блядь, явился за кем-то там Вовой или кто там хуёвой, блядь. Чё за, блядь, выходки? Я понимаю, что ты не понимаешь, о чем говоришь. Потому что, блядь, ничего не читаешь, ничего не знаешь, блядь. Только интернет свой смотришь, блядь. Ну, чтоб больше я подобного не слышал. Хорошо. Дай маме трубку. Пока целую. Давай пока целую. Вот такого мы с тобой героя родили. Тут тетки пишут, типа это, вскрывают эти, отец куда там, ну, кто-то из отцов получил посылку, забрали алкоголь, проверяют, короче, ну, видимо, от тебе... Вот у нас тоже сейчас выливали все. Нахуя выливать-то, блядь? Это же тоже деньги, так-то, это шлифту, блядь.
не имеют они на это права, они их скрывать не имеют права. А они просто вот взяли вчера в наглую, у пацанов выпотрошили, все. Пиздец вообще, блядь. Это вообще так-то деньги, это траты, затраты, блядь. Ну, блядь, ну пускай они в большом количестве, блядь. Ну пускай хоть по литру дают, блядь. Но они не имеют права это все. Мы вообще так-то, блядь, это за деньги покупается, блядь. Да им бог. Им похуй, Саша, у нас воды нету уже неделю, блядь. Им похуй. Когда тут вот сейчас кричат, блядь, что вот Путин сказал, что через 6 месяцев все будут домой на выпуска. Я говорю, не знаю, нахуй, какие там 6 месяцев, нахуй. У нас уже сказали 10 месяц, нахуй. 10 июля отпуск у меня. Ну, это уже 10 месяц будет. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, месяц. Апрель, май, июнь, июль. 10 месяцев, блядь. А? Они еще говорят, что мы поедем. Они только потом это все как деньги. Да похуй, ладно, хоть за свой счет, блядь. Да какой свой счет? Нас вообще отпустили, нахуй. Да куда отпустили там? До июля еще все изменится, нахуй. День все меняется. Вчера одно говорит, на другое говорят, завтра третье будут говорить. Давай. Все, давай, целую. Ей поцелуй. Пока, да. Прямо возьми, а? Включи. Сейчас включу. Чтоб посмотрели, блядь, о чем речь, нахуй. Освобождение, да, говоришь? Да, там есть диск. Освобождение, фильм? Да. Ладно, давай.